It's radio for the Federation. Что происходит? Вадик, можешь отойти на секунду? Сейчас, я две буквы сейчас дотру. Видел где-то такую наглость? Это что ж получается? Что эти гребаные наркобарыги уже пишут свою рекламу на стенах нашего полицейского участка. Для кого реклама, интересно? Наверное, для наших гостей. Анечка, это уже ни хрена не смешно. Значит так, нужно срочно, слышите? Срочно поймать этих уродов. А как же мы их поймаем? Ну, как? Ну, вычислить по этому IP-адресу канала этого. Дело в том, что, Аркадий Евгеньевич, не все телеграм-каналы скрыты. Ребят, ну я не знаю, ну, есть же банковские реквизиты, в конце концов, карточки банковские. Так у них электронные кошельки. Схема отработана. Их поймать невозможно. Вот к чему приводит реформа. Нет, это детский сад какой-то. Детский сад, говорите? Вот это было обидно, Аркадий Евгеньевич. Я, мужики. Дима, это мне обидно. У меня был один единственный человек. Пусть он был не очень образованный и не совсем честен, но он в этом районе знал каждого нарика. Он знал, что, где, когда, почем и кому продают. Вы же сидите такие все образованные, нарядные, но никто ни хрена не знает и ничего не может. Не, ну, не все такие правильные. Вот я, например. Ты вообще рот закрой. Специалист по аккумуляторам. Да. Аркадий Евгеньевич, вы звали? Да, заходи. Нужна твоя помощь. Что случилось? Случилось. Настроения нет. Играть ни во что не хочу, во все переиграл. В общем так, ты знаешь кучу крутых игр. Так же даю тебе 30 секунд. Давай выкручивайся. А иначе? А иначе будешь 5 дней по ночам дежурить. Понял. Сейчас дайте подумать. Красава, ты играли? Нет, что это? Тогда слушайте. Итак, это онлайн-экшен, который сейчас окутало киберпанк будущего. И могущественный синдикат захватил город. Вам нужно собрать свой боевой спорткар из сотен деталей. Интересно, ну продолжай. В битвах вы получаете новые детали и оружие. С появлением синдикатов Crossout появилась Кайдзю – мощная сверхсовременная пушка. Вы можете поставить на свою машину гоночные колеса и использовать дронов, чтобы побеждать других игроков и прокачивать Battle Pass. Можно и даже нужно устраивать рейды на боссов и зарабатывать репутацию у могущественных фракций, чтобы открывать доступ к передовым технологиям. Ненужные детали вы можете продавать другим игрокам на черном рынке или покупать новые модули для машин. Например, невидимость, ховеры, радары, ускорители и многое другое. А клановые войны не дадут вам соскучиться, а показать свое мастерство другим вы сможете на гонке по самым безумным трассам города. И где этот Crossout можно скачать? Ссылочка будет в описании под этим видео на бесплатное скачивание. И вы получите киберпанк бонус. Кстати, друзья, вас это также касается. Блин, это, с его стороны это было максимально несправедливо. Сказать, что мы с вами ничего не умеем, ничего не можем. А что мы можем? Ну, давайте разберемся. Мы можем споймать этих барыг с телеграм-канала? Не, ну тут надо подумать. Собрать как можно больше информации и, может, провести какое-то расследование. Какое расследование? Кто его будет проводить? О, Евгений, например, в институте отличником был. А еще его мама до сих пор кормит и собирает на работу. Прошу заметить, она мне только еду готовит и в тарелку накладывает, а кушаю я уже давно сам. Шикарно. Умничка. Слушайте, ребят, а вот мысля есть это?
Если грань идет к Магомеду, то Магомед идет к горе, да? Ты сейчас еще к чему сказал? Не знаю, фраза прикольная. Просто так. А чем ты кофту заправляешь? Да нормально, заправляй, так надо. Ну, выглядит же очень даже аутентично. Так, ладно, какой у нас план действий? Вы с Вадиком закажете наркоту через телеграм-канал и поедете на место закладки. А мы с Жекой пока в это время будем пытаться отследить закладчика. О, смотрите, фокуснику нашему даже в образ ходить не надо. Он и так отлично справляется. Что это за свинюка такая? Ты что, кусок собаки себе позволяешь, а? Воу! Ты ж, браток, попустись! Давай, подсуетись тут чуть-чуть. Давай. Я тебе глаз на жопу начну. Осторожно, Вася. А шо вы? Я просто в такой компании вырос. Так, закладка здесь. Место очень стрёмное. В таком месте, Вадик, если найдут, прикопают, и никто тебя здесь не найдет. Братан, держись рядом со мной, все будет нормально, я в таких районах вырос. Вот прям вырос, да? Я тебе отвечаю, братан, я свой. Вадик, ты что-то как-то начал уже сильно в роль входить. А, тебе не кажется? Это мое естественное состояние, шаришь, братан? Чего еще хуже? Алло! А что вы здесь делаете? Фу, дедуль, вы меня напугали. Ох, дедушка, что ж вы пугаете нас так? Бать, все нормально? Вот, мы из полиции, работаем под прикрытием. Сейчас покажу удостоверение. А, Вадик, можешь удостоверение свое показать? Я забыл. Блин, я это... его в штанах забыл и позавчера постирал штаны. Что, закладку ищет? Женя, пей пиво. Да я не пью. Так это ты видел непьющего гопника? Это конспирация называется. Да нет, не видел. Ну вот пей, тогда тебе говорят. Какая гадость. Вот наш закладчик. Пошли. А пиво можно оставлять? Кто оставляет недопитое пиво? У тебя вообще голова есть на плечах, господи? Стой! Чего мы бежим от него, ну? Это старый дед, он нам всю операцию сорвет, а? Давай наваляем ему, а? Ну, давай наваляем. А сейчас, разберу. Да. Так, отец, мы, видимо, с вами не так диалог начали. Добегались. А это что такое? Ну это ж так, для конспирации. Так? Мужики, я же вам еще раз объясняю, мы свои полицейские, все нормально. Это ж как их торкнуло, а? Эх, и не таких видел. Они здесь вечно шарахаются, наркоманы п***ые. Слушай, может, пойдем отсюда по-тихому, а? Ты в своем уме? Ну а что? Нас в этом наряде никто не узнает. Ну что, никто ничего не видел, никто ничего не знает. Что значит, никто ничего не узнает, Женя? Нужно подойти. А купи вас. Фу, живой. Слава Богу. В общем, закладчик оказался живой. Там с ним ничего серьезного, пару всадин. Мы его задержали и отвезли в КПЗ. А вот как так получилось, что вас патруль задержал? Да там по ошибке. Аркадий нас только к полуночи с соседнего участка забрал.
Так он с вас теперь не слезет, будет минимум месяц издеваться. Это да. Ты же так это. А что с лицом? А, ты про это? Да, забей, подрался вчера. С кем? Ну, короче, 5 гопников на меня напали, и от них еле отбился. Представляешь, почти без травм. А Вадик? Шо Вадик? Вадик это... Вадик шо? Убежал Вадик. Вот. Так вас же вроде вдвоих задержали. А, ну он убежал, а потом вернулся. Как-то так. Вадик, что опять случилось? Ты ж вчера вроде все оттер. Которых мы вчера задержали, надо отпускать. Это не они. Сегодня опять с утра весь район был исписан этими объявлениями. Они просто издеваются. Так, а тот, которого мы поймали, разве ничего не знает? Молчит. Выгораживает дружков, наверное. Этот. Аркадий Евгеньевич, мы всех поймаем. Кто? Кого? Травмированные. Вас вчера старый дед, один с клюшкой, старый, двоих задержал. Ну, в общем, ну, сделайте уже хоть что-нибудь, а? Ну, поймайте их, а? А я вам премию выпишу, щедрую. Свобод. Говоришь, а пятеро на одного? Ну и что теперь делать будем? У вас есть идеи? Есть. Чтобы вычислить преступника, можно использовать ИИ. Кого? Искусственный интеллект. Мы введем все места преступления, отследим перемещение действующих лиц, точки встреч, сбыта и заклада. И алгоритм на основе нейросети безошибочно выдаст нам с точностью до метра местонахождение организатора преступной группы. Обалдеть. А вот мне интересно, а кто нам будет писать эту программу? Ты, что ли? Нет. Можно, в принципе, использовать классические методы. Это какие еще? Пыткой. Он же нам рассказал далеко не все. Но мы легко выведем у него нужную информацию. Обалдеть. Дима, что ты несешь? Да ты так. Шучу. А, Вадик, а ты что по этому поводу думаешь? Аркаша премию обещал, кто наркоторговца поймает? Да, премия была бы неплохо. Как я вас поймаю, этого наркоторговца? Слушайте, ребята, у вас пару соточек не будет одолжить? Нет, Вадик, не будет. Ты их все равно никогда не возвращаешь. О, можешь у нашего задержанного заложника одолжить. Он нам как раз вчера с Аней взятку предлагал. Правда, можно? Шутка, конечно, нельзя. Хотя взятку он нам действительно предлагал. Вообще такой парень забавный. И кличка у него смешная. Геша, Гоша. Может, Гепа? Гепа, точно. А ты откуда знаешь? Ха, походу знаю. По дворе вместе гуляли в детстве. Да, было бы неплохо его увидеть. А он не будет против, что ты в полиции работаешь? А он и не узнает. Проходите, гражданин. Присаживайтесь.
Так, товарищ наркоманы, ведите себя прилично. Водос? Гепа? Здорово, корень! Здорово, братан! Ну что ж, ну в жизни не мог бы подумать, что такое скажу, но наш фокусник молодец. Спасибо. Да. Нашел подход к задержанному. Наобещал ему там что-то с три короба. Ну, и выудил из него, кто занимается распространением наркотиков через телеграм-канал. А ну давай, колись, что ты там наобещал, а? Неважно. Ну и ладно. Ну что ж, теперь для завершения дела нужно все это оформить в протокол и чтобы подозреваемый расписался. Я надеюсь, он еще сидит в КПЗ.